Добрый день, дорогие мои друзья, гости. Добрый день, Владимир Владимирович Путин. 2 дня мне что-то было не по себе, знобило. Температура высокая, пила лекарства, но не помогала. Поэтому я лежала без работы дома, так себе проводила время. Заглянула в Инстаграм на свое творческое подворье. И вы знаете, меня как ошпарило кипятком, потом прошибло. Посмотрите, кто меня посетил в Инстаграм. В Инстаграме. Путин, Кремль. Он посмотрел мое видео про викинга и оставил свой лайк. Да, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Так и есть, так и должны жить в масштабе семьи, села, республики, всей Российской Федерации, да и любой страны. Долой насилие, любое, психологическое, физическое. Пусть в мире царит мир. Ой, приятно как. Приятно как. Лучезарный свет.